Так, битвы. Обучение. Один вопрос. Один вопрос, блядь, спасибо. Где исторические сражения? Где, блядь? Где исторические сражения, мать твою? Я хочу отыграть какую-то значимую битву, знаменную. Наверное, такого слова нет? Ну, памятную битву. Какую-то... Где? Где? Своя битва, простое обучение, сложное обучение. Повторы. Своя битва понятна, ну давай сложное обучение. Хотите начать обучение? Нет. Компания, новая компания, все. Причем... Вот я вот играл в компанию... Мне даже не дали Троянского царства. Вот у нас союз таких маленьких государств. Типа как союз городов. Почти. То есть я даже лично не могу оборонять Трою. Давай посмотрим. Компания. Новая. Троянцы. Гектор. Тебе дадут Трою? I stand firm for my city. Грам. Не. Короче, Троя здесь. Вот. Фракция Троя. Фракция Троянская. Союзник. Ну да. Вот, зеленая территория это наша. Троя здесь. Вот. Там, где вот синенькая. Это нихера не наша. Вот, Эней. Вот, вот мы. Эней. Вот тут Троя. Да, вот. Троя, вот он. То есть, что мне, захватить Трою, чтобы оборонять Трою? Своя битва? Ну, давай. Может, там... Может, я сейчас вручную себе Трою настрою. Осада. Троя. Есть Троя. Меняем. Я буду, пожалуй, обороняться. Крупные армии. Так, колесницы нам не нужны в обороне. Параметры. Реалистичные битвы. Так. Ну тут они ввели новую систему как натиск. Повысить ранг отрядов. Блин, прикольно. А, это повысить ранг одного отряда. Это неинтересно. Как сохранить? Не-не, сохранить. Натиск был всегда? Разве? Ну, мне было похуй. Не, ну, суть в том-то, что... Ну, тут они его как-то возвели в абсолют, тут прям восклицательным знаком. Я сейчас, наверное, некрасиво ем. Я знаю. Ну, именно хватаю еду в рот с вилки. Мне просто впадло культурно это делать. Самая большая проблема, это то, что на каких-то официальных застольях, где как бы не круг семьи, а еще кто-то есть,
Ну, такое очень редко случается, но все же. Мне приходится столовый прибор держать правой рукой. Я ж левша. Что-то, кстати, у противника мало войск. Ну что, всех ультраэлитными, элитарные взял? Там вообще какие-то лучники бывают. Интересно, интересно. У меня юнитов просто дофига леон. Не знаю, как это будет работать. Ой, ну это я что-то большой кусок себе взял. Как тебя разрезать-то? Ну? Это и ваша трое вся. Мэ. Скучно. Ну да, да. Стены. Стены. Бля, чё, я в Рим 2 не видел стен? А. Подожди. А я чё, могу видеть, где враг? Мне кажется, или раньше нельзя было видеть, с какой стороны атакует враг до того, как он, ну, начнёт с собой. Не, ну просто, типа, по правилам этикета ты должен есть правый. Какого хуя, простите? А, там еще. Ой, блядь, и там еще. А, у меня маленький вопрос. Ой, бля, осадные башни. А вы что за меня-то войска расставили? Так, ну здесь тупо колесница. Я вообще не вижу смысла держать войска. Это что, тролли? Ну да, какие-то гиганты. Ну тут да, тут будет прорыв. Я тут оставлю, наверное, в полном составе войска. Застрельщики. Чьих башни нельзя сажать? Странно. Бля, чё тут так много чё застрельщиков? А, ну потому что я их было наспавнил. Логично. Основное нападение пойдет отсюда. Так, тут все правильно. Тут неправильно. О, кстати, я ж могу их плотнее сейчас поставить тут. Так. Ну тут достаточно плотненько, если можно. Если что, можно перебежать. По-быстрому. Так, на осадной башне это прям да, это прям сейчас будет. Сейчас тут будет море веселья. Стоп, чё? Чё, блядь? Господи. Давай по-нормальному. Сюда, да. Блять. Что делаешь? Там, короче, половина застрельщиков в другую сторону стреляет. А, ну, кстати, да, тут тоже. Ладно, просто уплотняем строй хоть как-то. Что-то такое тут... А, это вот такой выход, окей. Отстроили же громадину. Угу, царек мой здесь. Лично я не верю, что тут будет какой-то такой жесткий натикс, но тут кавалерия. Я думаю, тут двух отрядов хватит в обороне, вполне. Перебрасываем все сюда. Кавалерия на подсосе будет. Тут, я думаю, ничего не произойдет особого. Тут тоже два отряда пехоты и куча-куча лучников.
Потому что как-никак тут все-таки есть войска, которые не помешал бы трахнуть. Начинаем. Больше я нигде никого не вижу. Ай, блин, еще там двое. Вы кто такие? Застрельщики какие-то. А тут что, даже... Блядь, тут нихера нету, что ли? А, подожди, а эти... Какие-то жмыхи. Так, что там, осадные башни? Угу, угу, блин. Тупорыла эта фигня. Сука, новая часть. А вы до сих пор не поправили эту камеру? У меня ж войска повсюду. Лезть на стены, ну... Тогда у меня для него есть маленький сюрприз. Ну, посмотрим, посмотрим. О, наконец-то я могу нормально вращать камеру. Таран. Нихуя себе. Что это за таран такой? Типа, если кто-то попытается прыгнуть сверху. Что? Так, ну таран, походу, пробьет меня. С этим, походу, надо смириться. Обнаружил вашу засаду. Они умеют стрелять! Откуда ты стреляешь? А, это не они. Это сзади. Слышите, идиоты, вы что одиночными шмалите? А, не подъехали на дистанцию. Так, тут пошло нападение. Вы стрелять-то будете враг сегодня? Штурмует ворота. Угу. Там колесница вообще в ус не дует. Так, ребят, перемещаемся сюда. Чё-то тут они какие-то злые. Мне не нравится. Бля, внутри берсерки. Отступить, отступить, отступить. Держать выходы. Я что-то забыл, что там... Точнее, не видел, что там внутри берсерки. На стены! Так, господи, идиоты. Лучники. Враг закрепил осадные лестницы. Где? 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 Блин, не успеваю немного. Что там таран? Его уничтожили, что ли? Городские ворота разрушены. Успели? Да хуй там. Что это такое? Что это за тупое говно, тупого говна? Вы где? Алло, шмыри. Вы где там обитаете? Там дичь какая-то происходит. Противник пытается взять ворота. Какие ворота? Ага, открыл. Ну их тут уже так раздраили за это время. Спуск. Что это за говно еще? А, это как раз эти подкрепления подошли. Так, там мы их отбили. Тут даже никто не собирается ничего делать. Основная проблема здесь происходит. Вот посмотрите, вот на... Блин, я даже нормально приблизить не могу. У вашего отряда кончились боеприпасы. Ну, да. Ну, смотрите, они даже строй не держат. Ну, ну это ж некрасиво. Можно вот эту хрень скрыть? Я не хочу видеть эту хрень. Вашу башню. Чё? Они захватили... Какую башню? Кто захватил? А, тут никого нету даже. Перепрыгиваем сюда. Там никого нет, ребят. Кроме вот этих. Так, ну те черти уже все. Перепрыгиваем. Мы взяли вражескую башню. Чё, мы взяли вражескую башню? В смысле... А, это они на секунду захватили там башню какую-то, и тут она стала моей. Так, полный раздрай какой-то. Это мой царёк? Где мой царёк? Угу. Так, чё тут? Так, тут у нас всё прекрасно.
Так, там остались одни только лучники. Войско теряет боевой дух. На мое? Почему? Там вражеский царь что-то балду пинает. Так, тут они все. Все приходим сюда. Тут им гайки. Наши. Наши. И зажимаем сзади. Так, а это, кстати, нихера не наш. Ваши войска обратились в бегство. Это какие? Ну, там зазорно, там много врагов. Так, быстро, все. Сюда, ну и узкая же херня. Нужно обойти хотя бы одним отрядом. Лучше двумя. Тут, кажется, всего два отряда. Тут всего два отряда, ладно. Сюда нужно вам. А, тут, кстати, свежие отряды подходят, отлично. Вы все сюда прессуете их. Ну, как бы и все. Это что такое? Это царь мой внутри? Тебе бы свалить как-то. А, эти вообще там в бутерброде сидят. Ваши воины воспряли духом. Блять, все так же территория хреново намечена. Вот мы, я не могу сюда приказать формацию сделать. Но они могут бегать. Уже прогресс. Они хотя бы умеют так перебегать. По-нормальному. Жмыхай. Так, тут что-то наши совсем уже. Нашим плохо. Нужно помочь. Застрельщики. О, подошло подкрепление с другого фланга. Алло, ребят. Враг как бы, да. Победа уже близка. А, тут еще один отряд выжил. А, это не то место, я думал, что это вот это место. Так, ребят, все... Это Вахтаран. Да, это Вахтаран. Ну, как бы и все. Была бы моя воля... А, ну да, тут же видно все. Все. Я вам показал игру.